города Сочи. С вами, как всегда, Арина и Лазаревская, и Черное море, и отличное настроение, друзья. А лето в Сочи продолжается. И сегодня у нас уже 11 сентября. Несмотря на то, что я вам отправляю влоги через день, я все равно продолжаю снимать. Вот такая я девочка. Так, ну что, друзья, съездили мы вчера с подругой в якорную щель. Кто не посмотрел, посмотрите. Там как раз предыдущий влог, там как раз еще я показываю обновки для Жозефины. Три наряда для Золушки. Как это, помните сказку? Мне, кстати, такая нравилась, девочки. Три орешка для Золушки. Кто помнит эту сказку? Вообще кайф. Мне нравилась эта сказка прям вообще. Мы, наверное, девочки всегда себя осуществляли с этой Золушкой, да? Вечно на нас все пашут. Только почему-то у нас феи нету. Давай, 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 давай. Ну вот, господи. 45-й. Какой ты резвый, а. Короче, мы все осуществляли себя с этой Золушкой, да. Вечно на нас все пашут, ездят и так далее. Но не у каждого в жизни бывает такая феечка, как я. Наверное, я поэтому работаю феей, целителем почти 20 лет уже. И помогаю людям, да. Но это кто меня знает, то не знает. Ссылочка есть в описании под видео моего рабочего канала, как я его так называю. И что, друзья, хочу сказать вам, куда я направляюсь. Направляюсь я на почту. Мы классно вчера так отдохнули с подружкой. Мы хотели, правда, купить арбуз. Почему-то арбузы на Солоняках были закрыты у того мужчины. И мы так, конечно, круто обломались, но не факт. Все равно мы заехали в, знаете, куда? Мы заехали на рынок. Но просто у того мужчины в Солониках, у него по 35 арбузы. А везде в городе, где мы проехали, на Астре мы были, там 50. И еще в одном месте на базе, где колораж, куда мы с вами скоро поедем опять, там тоже 35 арбузов. Проверенный вариант уже по состоянию здоровья после этих арбузов. Вот. Накупались, загорались. Кто-то спрашивал, какое море. Море комфортное, супер. Я обожаю сентябрь, октябрь. Я обожаю май, июнь. Но ненавижу лето из-за этой жаришки конкретной, которая наступает у нас на юге. Еще в предыдущем видео, кто не смотрел, я рассказываю про отопление на юге. Чем я отапливаюсь. И что я постоянно пробую в отоплении, да. Что интересненького. Вот, ну, вообще я считаю классно. Знаете, когда я сюда переехала, я тоже не знала ничего про это отопление. Я вот такая думаю, да ладно, ну нафиг. Плюсовая температура, какие могут быть холода на юге? Можно и без отопления прожить. Ага. Но я не подумала о том, что это не квартира, где я вечно жила, и это горы. А в горах всегда прохладно. И сыро, и влажно здесь на юге. Поэтому, друзья, я столкнулась с этим вопросом. А еще в квартире я никогда в жизни не ценила. Знаете, наверное, когда мы не ценим, нам всегда дают такие вот жесткие ситуации в жизни. Я не ценила свет, я не ценила газовое отопление, да, я не ценила, ну, не ценила воду, вообще, короче, ничего не ценила, одним словом. А потом, когда ты попадаешь в такие жесткие условия, когда у тебя есть вода, да, городская, но со светом, ну и вообще ее бывает, не бывает, и вода, свет бывает, не бывает, и свет еще по 7,50, там цена бешеная, никогда в жизни, вы знаете, я когда в квартире платила за двушку, за свет где-то, ну, тысячи, наверное, две, три, не помню, тогда еще, я никогда не думала, что можно как-то свет экономить. Да, конечно, с моментом возраста я понимала, что... Но я выключала свет везде, ругала детей, говорю, выходите с туалета, с ванны, с кухни, всегда выключайте свет. Но некоторые дети боятся спать без света. Включали свет или ночник, или все дела. Но не было такого, извините, ну вот представьте, да, если вы вообще без отопления, вы отапливаетесь... Давайте я пропущу, давай-давай. Отапливаетесь электричеством, например.
А еще свет не такой, как в Москве по цене. Я даже не знаю, сколько в Москве. Да, посмотреть мне надо, кстати, в коммуналке в моей, московской. У меня даже не Москва, у меня еще Подмосковье, в принципе, имейте это в виду. Надо посмотреть, сколько у меня там выходит за... Так, жаришка пришла. За свет. Ну, однозначно не столько. А вот, и когда мы ничего не ценим, вот это, понимаете, потом вы попадаете в такие жесткие условия, когда, опачки, а ты можешь без света оказаться, без отопления, и вообще без воды. И вообще я такой любитель, я, знаете, я всегда создаю себе такие жесткие условия, я закаляю себя всю жизнь, я не выбираю никогда легких путей. Никогда. Мне даже как-то один мой парень по молодости, когда мне еще было 30+, сказал: ну ты вообще красотка, ты, говорит, никогда не выбираешь себе легких путей. Я говорю: неа. А зачем, говорю, мне легкие пути выбирать? Я хочу жесткие условия пережить, конкретные. И отношения были тоже такие, прям, знаете, конкретные, там и давление было от мужчины. Ну, переживала разные моменты. Также и в финансах, также и в любви, ну во всем. И вы когда вот это, вот, знаете, вот не цените, потом вы так начинаете это ценить, вы благодарите Бога за то, что у вас есть свет, за то, что у вас есть вода, там, я не знаю, отопление, да, какое-то. И так, кстати, работает во всем. Так, сейчас мне надо будет повернуть за вокзалом направо. Я выбрала такой интересный путь себе, чтобы подъехать к почте на Победе. И посмотреть, не знаю, сморгу. Мне нужна там парковка. Надо просить Бога, помогите. Потому что смотрю, что-то это. Не уменьшаются у нас машины. Дайте мне парковку возле почты. Вообще пипец, девочки. Не знаю, видно вам это или нет, мужчин. Что-то вообще жестко. Так, здесь вообще в нескольких рядах встали. Но здесь одностороннее движение. Мы выезжаем на Победу. За мной еще кто-то там телепается. Я медленно еду. Так, дальше. Дальше. Да, мы едем дальше. Давайте, наверное, направо пойдем, что ли. Вот, и вы представляете, друзья, и мы начинаем это ценить. Живя в браке, нам не хочется этот брак. Мы хотим жить свободно. Живя в свободе, в этой одиночестве, в этом, мы хотим брак, семью. Что это такое происходит в этом мире? А знаете, просто нас учат, как говорится, сверху, да, еще раз вот так, как котенка. А вот цени, дорогая моя, цени то, что ты имеешь. Как котеночка мы учим в туалет, да, ходить. Вот смотри, сюда писать нельзя. Иди в лоток, дорогой мой. А вот. И она специально, нам создают такие жесткие условия для того, чтобы мы закалялись. Из-за того, что мы ценили то, что мы имеем. Понимаете? Будем мы иметь. Вот всегда вот говоришь, не понимаешь. И учить тяжело, и людям тяжело все это делать. Но с другой стороны, человек, если говорит, значит, он на своих ошибках научился уже, да. Поэтому я стараюсь, конечно, что-то донести. Так, вот сейчас я к площади подъезжаю. Кстати, со мной наипрекраснейшая Жозефинка 13 сегодня катается. Вот, и понимаете, живя в браке, цените, что вы имеете семью, мужа, детей, благодарите за то, что вы имеете, цените друг друга. Только потом это понимаешь, что это очень тяжело дается в жизни. Так, я хочу встать. Дайте мне место. Отдайте мне место возле почты. Пожалуйста. Сейчас, друзья, припаркуюсь, вернусь. Так, ну что, друзья, я припарковалась. Смотрите, сколько здесь голубей. Так, Жозефинка сегодня у нас в сарафанчике. Будет голубей, наверное, гонять, да? Видите? Смотрим, что тут с рекламой. Катковая, Экопарк, посети место, где живет любовь.
как красиво, да? Так, ну что, друзья, мы идем с вами на почту. А что мне надо на почте? Кстати, в Леди Лазу можно зайти, может быть, что-то вам показать из вещей, да? А что нам нужно на почте? Мне нужно получить бандерольку от моей сестры, которая мне отправила кофеечек. Кофе какой-то вкусный, не знаю, какой-то молотый. Посмотрим, какой там кофе мне отправила она. И как раз мы давно с вами же кофе не пили, все никак очередь не дойдет до него, да? Так, Жозефина. Так, вот видите, почта. Почта. Давай тебя на маленький поводочек. У меня, кстати, там время записано. Сейчас, вы знаете... О, кстати, тут место было в тенечке. Ну, ладно. Дочка меня записала. Я попросила. Она говорит, там записываться надо. Я говорю, да, ладно. Вот она меня записала на среду. На 12 часов. Сейчас еще нету 12. Сколько времени? А, еще без 20. Прием коммунальных и муниципальных платежей. Смотрите. Водоканал, Теплосити, уборки города, Кубань. Там что написано? Почта России, недвижимость. Ой, надежность, недвижимость. Скорость. Индивидуальный подход. Ну, реклама у нас всегда двигатель торговли. Почта России. Так, что здесь написано? А, как работает? Давайте еще вам сниму. Воскресенье, выходной, видите? Сочи 35-42-00. Почтовый индекс. Видите, не Лазаревская написано. Обратите на это внимание. Написано улица Победы, Сочи, дом 83. Видите? Сочи, Победа, дом 83. Так, сейчас мы подумаем, куда нам идти. Ваш заказ какой-то еще тут Озон у нас открылся, да? Наверное, сюда сейчас зайдем. Посмотрим, что там. Так, Жозефина, там люди, делаем тебя на короткий поводочек и заходим. Так, мы получили вот эту бандерольку. Я думала, там в банке кофе, а там, походу, это в пакетике. Нормально все. Дома уже открою. В общем, в принципе, можно было бы и не записываться. Здесь и без времени принимают, поэтому сейчас я положу пакетик в машину и дойдем до Леди Лаза. Поздороваемся с хозяйкой. Мы были в июне. Покажу вам, что там из одежды интересного есть. Друзья, напротив кинотеатра «Восход» сейчас стою. И мы сейчас пойдем в магазинчик, зайдем. Женская одежда. Главный покупатель бежит. Девочки, смотрите. Главный покупатель. Женщина аж чихнула. Главная покупательница бежит вперед всех.
Так, Жозефина, давай сделаю тебя на длинную. Тут вроде пока никого нету, погуляй чуть-чуть. Друзья, смотрите, какой красивый мотоцикл. Жозефина облизнула. Не, она вас понюхала. Смотрите, какой классный. Вот сделаю ее на мелкую, да? Жозефина, я чуть не поняла, это маму охраняешь или такой шикардусный мотоцикл? Смотрите, напротив тоже стоит мужчина с собачкой. Видите, гуляют. Так, ну что, дорогие мои, пойдемте по золоту походим, да? Смотрим, что там в золоте продают. Рядом вот Леди Лаза как раз. Здрасте. Так, друзья, разрешили мне вам показать золото 585. А есть какие-то скидочки сейчас, может? Да, у нас скидки на красные ценники 20%, белые ценники. Что я никуда, никогда сюда не заходила, у вас тут неплохо. Симпатичное кольцо. Вот так вот, ага, чтобы сфокусировать. Смотрите, какое большое, мужское. Симпатичное. А сколько сейчас грамм золота вообще стоит? У нас от 7. От 7. Есть у нас 375 от 6,5. Это, я думаю, с бриллиантами, да? Вот 68 тысяч серьги. Да? Там нет, там с фианитами у нас бриллианты. А, просто золота, наверное, много, да? Да, потом есть работы, которые ценятся за саму работу. О, со знаками зодиака, девочки, у меня есть такой. Что-то я его редко ношу. Тоже с фианитиками. Коробочки тоже есть. Да, выбор упаковок у нас большой. Угу. На любой вкус. Напишите, кто приезжал и заходил в этот магазин. О, какой красивый рубинчик. Рубиновый. Симпатичный. У меня тоже рубинчик есть. У меня, девочки, вот тоже рубинчик. И вот рубинчики, видите? Побольше только камушки там. Здесь у нас драгоценные. Ага. А там дальше серебро. А, еще серебро. О, серебро тоже можно. Кстати, вот симпатичное колечко, неплохое. Угу. Браслетики. Ага, отлично. Вот даже браслет, смотрю, есть такой широкий, золотой. Да. А сколько он так? Примерно, не помните? Ну, они как бы золото такое сейчас дутает. Наверное, да, 100 или 150? Где-то, да, наверное, тысяч. Где-то, наверное, в районе. Угу. Вот. А, вот серебро. К серебру подошли, тоже симпатичное. Смотрите. Ух ты. Какие красивые. Желтые, вот смотрю, тоже симпатичные. Желтенькие. Брошки тоже есть. Это вообще авторская армянская коллекция. Вот эти? Или да, вот да, те? Да, да, под старину. Вот у нас, а, да. Вот эти под старину, да? Так, очень много, смотрите, очень много всяких разных и цепочек, и браслетов, и жемчуга. Тоже симпатичные серебряные, видите? Тут из девочек у меня просто спрашивал, где можно купить серебро. Ну, девочки, вот браслетики тоже симпатичные серебряные, видите? Идемте дальше. Сейчас зайдем в соседний магазинчик. Золото посмотрели. Давайте посмотрим новиночки у Леди Лаза. Поздороваемся с хозяйкой. Здравствуйте. Давно мы у вас не были. Я сегодня с собачкой. Ух ты, даже сумочки появились. Интересно. Смотрите, девочки, красота какая, да? Привет, привет. Смотри, пошла, привет, пошла, нарядка кому. Девочки, иду, пошла, да, представляете? Привет. А что, не идет? Нет, она вот идет? Одну девочку сейчас мимо проходила. Привет. Та даже побоялась, привет, что она ее... Привет. Смотрите, как она к ней пошла. Красиво. Девочки, хорошая хозяйка, добрая. Ой, приходим к ней. Носик, носик. Помните, тут у меня... Что у меня? А, совушка у меня отсюда. Забыла, носить надо ее. Совушка. Какая красивая у тебя юбочка, а? Да. Кукляшечка, а? Вот так вот. Представляете, девочки, она редко кому идет. Ой, вообще очень редко. Будь здорова.
Девочки, смотрите, какая футболка. Я так обожаю все вот это блестящее. А вот эта беленькая, не помнишь, сколько стоит? Примерно. Сова? Нет, футболочка. Так, ну сейчас уже скидочки можно. Это турецкая с капюшоном. Ух ты. Угу, 3800. Ага, девочки. У меня еще тот же Зафинина. Так, вот капри разные. А, вот еще футболочки синяя, конечно, есть. Угу. Шанелька зимняя. Тоже прикольная. Тоже, наверное, так же, где 3,5, да? Тоже, ага. Ну да, Турция вся идет пока. Ага. Угу. Отлично. Так, смотрим наверх и пойдем на ту сторону, пока девушка меряет. О, смотрите, какой интересный, девчонки. Здесь разные размеры у хозяйки есть. Помните, я вам как-то снимала, показывала. Смотрите, какой шикарный этот расписной, да, девчонки. Но это прям только под Москву, в клуб куда-нибудь. Здесь, не знаю, в таком, наверное, некуда ходить. Вот, кстати, сарафан неплохой, девчонки, смотрите. Давайте так издалека, да? Так, а цены я увижу. Ага, вот, есть. Сейчас посмотрим. 3600. Так, вот, штанишков. А, на летние скидочки, вот, видите? О, какой сарафан прикольный. Смотрите, девочки, ой, цветной. И вот это вот, как я люблю, штапель. Девочки, штапель, 3600. Приходите сюда, девочки. Зарабатываем и приходим, да, девчонки? Так, курточки появились, я смотрю. Очень много джинс капри. Это с юбочкой костюмчик, видите? Кто еще приедет как раз в сентябре, так что вот тоже подтягивайтесь, девочки, интересно. Мне нравится, я показываю то, что мне нравится всегда. Вот, кстати, костюм неплохой. Интересный. Так, руку тяну, и Жозефина не хватает мне. Смотрим, сколько стоит. Не вижу. А вот этот костюмчик зелененький, не помнишь, там цену что-то какой, могу найти? Ага, вот этот. Так, это короткий рукав, ну, можно уже 6500. Ага, 6500. Я просто с девочкам, они подъезжают уже сейчас в сентябре еще многие. Ну, уже, ну, летние пока еще не убирали, но осенние. Уже куртки уже пришли. Так, смотрим вот здесь. Сейчас вот покажу. Тоже. Угу. Ну, как всегда, здесь у хозяйки украшения супер. Мне нравится вообще. Вот эти вот, помните, до сих пор висят. Мне понравился. Вот сейчас очень модные цветочные принты. Ух ты, смотрите, какая красота. Ух ты. Можно да, цветочки модно. Видите, да. Супер. Ну и цену так примерно. Говори, ветровка сколько и штанишки. Да, ну это Турция у нас идет. Это 8700, это 5600. В комплекте, конечно, я немножко могу уступить. Ага, поняла. В комплекте уступается. Отлично. Так, Жозефина, тут давай это не смущай. Сейчас леопардом очень открываю. Ага, сколько такие? Так, эти 5400. Ага, новенькие. Такие баллоны. Угу. Интересно. Вообще прикольно. Как всегда. Девочки. Наше любимое украшение. Смотрите, это уже поменьше размер, да? 48-50, да, наверное. Это просто остаточки уже. Это с цветочками. Даже 44-го российского. И такие же джинсы есть в графике. И джинсики такие. Очень много товара, видите? Очень. Интересно. Вот с такими принтами тоже. О, тоже красиво, угу. Да. Вот желтый костюм, такой же белый здесь, посмотрите. Смотрите, желтенький и беленький такой есть. Супер вообще, да? Мне нравится. Угу. Современненько все так. Современненько. Так, можно теперь там пройти. Пойдем. Сейчас мы еще так по кругу пройдем, посмотрим, что здесь. А, вот, девчонки, прикольные, смотрите, какой цвет. Вообще, и широкие килоты. И с капюшончиком, тоже прикольный, кстати, костюм. Мне нравится такой цвет, как футболочка, такой тоненький-тоненький. Прям на нашу осень,
на нашу весну. Так, Жозефина, не шуми. Вот, кстати, девочки, смотрите, шикарный, да, серый костюмчик. А наверху, смотрите, да, с этим три четверти. Вот, смотрите, в полосочку три четверти рукав, да, а слева, я смотрю, подлиннее рукавчик идет. Вот, жилеточка тоже симпатичная. Стараюсь подальше отойти, чтобы показать. Тоже интересная, да? Ну-ка, тут я найду, нет. Нет, наверное, не найду. Одной рукой неудобно за феном держать. И, а вот еще, кстати, кофточка симпатичная с овушками. Угу. Даже вот, смотрите, мне кажется, вот, кстати, тот меня спрашивал 60-го, тут даже больше размер, видите? Тут, наверное, больше, может, 65-й, я не знаю, какой это размер. Потому что, смотрите, девочки, широкая какая модная, да? Есть вот такие костюмчики с шортиками, тоже прикольные. С бантиками, классно. Вот еще симпатичная футболочка. Хлопок, все хлопок. Я вот на ВМБ купила такие со стразами, там не хлопок, поэтому там дешевле, девчонки. Вот это хлопок. Ух ты, какой костюм, девчонки. Тоненькие-тоненькие девочки. Смотрите, какая широкая. Ну, 46 плюс 6. Это, наверное, 52, да? Цену я не вижу. Истамбул прям написано. Это что, у нас юбочка? Ой, с Леной, наверное, девочки. Вообще шикардос. Ну-ка. Еще из... А, это брюки? Что я понять не могу. Или это юбка? А, это с юбкой. Но юбка как-то под запах. Вообще супер костюм. Я чувствую, надо с деньгами опять приезжать сюда. Я что-то, как всегда, нет, не подготовилась. Забыла, что здесь магазин есть классный. Мне нравится. Пишите свое мнение, девчонки. Девочки, я еще, знаете, нашла тут так классный костюм. Смотрите, он на молнии. Брючки широкие, тоже трикотаж с капюшончиком. Смотрите, какой симпатичный вообще. Мне тоже нравится, опять же. Ага, отлично. Так, Жозефинка, тут тоже все выбирает платье, я так поняла, да? Она прям бежала. Видите, как энергию чувствует, да? Девчонки, прям бежала к хозяйке, она в этот магазин. Я вообще в шоке, и она пошла. Не, ну надо же, юбка, смотрите, льняные, вот такие вот кардиганчики. Супер тоже. Наверное, только поступили, да. Нету цены, да? Поступление только было у них, видите? Там с подкладочкой. Юбочка с подкладочкой, девочки, видите? Кармашки есть, как мы любим. Вообще супер, интересно, мне нравится. Ой. Так, девочки, хочу показать. Я тут смотрела, вот и цену как раз нам. Так, и эта юбка... Нет, это килота, это вот здесь сейчас я покажу сразу. Ну, я в модный, говорит, такой костюмчик. Папа присутствует, можно. Сколько он по цене идет? Расстегнуть он 8700. Ага, 8700. Это идут у нас килоты. А, килоты. А да. Я думаю, юбка очень не юбка, модные, брюки не да. брюки. Один захлёст. Ага, захлёстик. Здесь карман накладной такой. А вот этот размер последний остался? Нет, еще побольше есть. А, есть, да, побольше размер. Да, уже вот это 52-й, наверное, или 50-й. Ну, а он 46-й я прибавляла? 6, да, да, 52, значит, ну, верно. 50-й можно тоже, здесь же резиночка. Ага. Так, вот, девочки. Вот я в рассказочку тихонечку. Ну, кого? Не перебивайте, сударыня. Да, она просто... Да, все, спасибо, не будем отвлекать. Не будем отвлекать, спасибо. Я в группе уже выставила его. А я не подписана же на тебе. Где ты в группе? В WhatsApp или где? Нет, в телеграм-канале возьмите. А, давай сейчас тебя добавлю. QR-коду можно пройти. О, дотянусь. Так, девочки, смотрите, есть группа у Эли. Победа 76. Телеграм-канал. Так что можете подписываться как раз. А доставочки отправляешь? По всему миру. Да. По всему миру, видите? Анталия. С Турции. Ну, это вообще феноменально, девчонки. Не могу. Вот это, да. Ничего себе. Супер. Так что вот так вот, девочки, визиточку взяла я. Спасибо большое, Эль. Хорошего дня. Спасибо. Вот, я взяла визиточку, я тоже добавлюсь в группу, как раз новиночки смотреть. И вообще, будет нам всем счастье, как говорится, да?
Так, ну что, дорогие мои, сейчас я уже буду завершать свой влог. Жозефинка нагулялась. А вот, напишите свои отзывы, напишите, кто покупал здесь у Эли вещи. Я сюда приеду без Жозефины, потому что все надо мерить, это однозначно. Скидочки она делает. О, какой поехал, видели? Вот. И хочу пожелать вам отличного дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите, друзья. А с вами, как всегда, была Арина, Море, Сочи. Пока-пока!